Сергей, необычный год, необычная ситуация. В Берлине в пятницу 12 июня будет первый вечер бокса. Очень такой необычный вечер, опять надо сказать. Вот как проходит подготовка к этому вечеру? Ну, вот я с тренировки приехал. Ребята, конечно, немножко обескуражены тем, что не будет зрителей. То есть будет без зрителей, будет только интернет. Это как бы не создаст атмосферу для поединков, я считаю. И ребята тоже как бы расстроили немножко. Ну, деваться некуда, надо боксировать в любых условиях. Ну, будет как тренировка, как спарринги. Но будут нормально, как бы, хорошие боксеры, вообще-то все немецкие боксеры. Ну, там много наших соотечественников будет. К сожалению, один из ребят, Тарас Алексеенко, выпал сегодня, потому что у него соперника Фабиана. Отец умер от... Ну, у него там нет коронавируса, но отец умер в понедельник, и поэтому молодой парень, ему 20 лет, как бы не в состоянии перебороть эту неприятность, и, в принципе, это большое несчастье, мы все соболезнуем, и, как бы, это, и он не участвует в этих боях. Будет титульный бой, единственный иностранец, француз, который будет с чемпионом мира, бывший экс-чемпионом мира Джаком Кульчаем. Кульчай готовится, ну, будет, в принципе, хорошо. Терпеливый, они настойчивые, неплохой рейтинг, опытный боксер. Ну, то есть, я думаю, будет нормальный, хороший бой. Остальные бои, я уже сказал, будут участвовать немецкие боксеры. Ну, как бы я еще раз повторяюсь, немецкие боксеры, но очень там, много и итальянцы, там, как немецкие боксеры, и армяне ребята, и добрый украинец, наш парень, Алтурман из России. Ну, то есть, они все как бы живут в Германии. Поэтому нет проблем с перелетом, которые сейчас пока еще запрещены в ЕУ, ну, в Германии именно. И поэтому, как бы, такой режим немножко облегчен. Все между собой. То есть чемпионат Германии. А, будут разыгрываться два титула чемпиона Германии. Так что все как бы в тему.